Вот вдогонку к видео о маслятах озернистых говорил, что вот сок выходит, млечный сок, вот молочко. Вот я нашел с молочком. Видите, вот из трубочек молочко выходит. Вот. И вот она парочка. Казалось бы, вот они разного возраста, все. Но и у самого маленького, и у самого большого, вот у этого, нет остатков покрывала, нет колечка на ноге. Вот. И вот этот вот млечный сок. Вот сейчас стали собирать эту вот грибницу, которую я заснимал. Вполне нормальная. Конечно, часть там есть отходов, но большая часть все-таки в корзину идет. Вот. Ой, какие красавцы. Ну все, спасибо.